Ну вот, друзья, всем привет. Ой, с чего начать, наверное. Находимся мы именно в одном очень удивительном месте. 30 января. Горы. Смотрите, какой снег здесь прекрасный. Как хлопья. Сейчас мы будем стажировать эту местность, рассказывать про удивительные моменты, истины и истории. Но, в общем, то, что вы сейчас узнаете, пожалуйста, досмотрите этот видеосюжет до конца. Если вам интересно, ставьте лайк и подписку. Ну, а мы, друзья, начинаем наше удивительное, незабываемое горное путешествие. Ну, как объяснить про это место? Ну, давайте объясню. Интересно, чистый воздух, захватывающе, красиво. Кто-то здесь, я смотрю, уже катался на чем-то. Наша задача, в общем, показать это место в хорошем таком позиционном моменте. Здесь часто происходят очень удивительные такие моменты. Кто-то утверждает, что в этих местах существует легенда о том, что каждый человек, когда приезжает сюда, набирается энергии. Да, возможно, но виды здесь совсем нереально красивые. Поэтому, когда человек сюда приходит или приезжает, он удивлен в плане того, что если здесь даже минус там 15, минус 20, а солнышко выше, и тебе плевать на этот мороз. Представляете, как здесь интересно вообще находиться? Да, есть множество других интересных событий, которые вообще, можно сказать, заканчиваются удивительными кадрами. Да, наше путешествие именно заключается в таких событиях. Посмотрите, какой здесь красивый обрыв. Вот так улететь можно, и все. И забудут, как тебя звать. Да, здесь еще очень интересный момент. Такое ощущение, как будто здесь специально тропинку вот так профигачили. Давайте я вам покажу. Вот так. И ты такой идешь, идешь, идешь. Да, еще забыл вам сказать. Пожалуйста, аккуратнее будьте. Здесь очень опасное место и скользко, потому что множество людей срывались. Посмотрите, какая красота. Ведь когда-то вы, друзья, наверное, в молодости хотели побывать здесь или по возможностям уже не можете. Да, это место и правда интересное, захватывающее и красивое, самое главное. Посмотрите, такое нигде вы не увидите, как здесь. И, в общем, наше путешествие начинается в хорошем месте. Да, вот так идешь по снегу, фиг его знает, куда идти. Но знаете, что самое интересное? Кто-то на юге живет, думает, капец, как снега хочется. А ты такой идешь, ну да, и так много снега, куда еще больше. Блин, кто-то как будто снежками идет. Посмотрите, какая красота. Ведь природа, друзья, закрывается в этом красивом месте. И если ты не хочешь здесь находиться, но поверьте мне, вас сюда душа позовет. Сейчас мы двигаемся чуть дальше, потому что в этих местах уже может быть и опаснее. Здесь могут быть и звери, дикие звери. Космические корабли, почему их называют? Ну, понятно, что эти места очень интересны всем. И сколько ты ни крути болванку, всегда здесь что-то будет происходить. Наше путешествие не заканчивается на этом, а только начинается. Мы сейчас пытаемся пройти очень интересное место или дойти. Ну, в общем, мы должны что-то заснять, потому что космические инопланетные корабли здесь часто бывают, и его даже сейчас мы можем заснять. Сейчас мы двигаемся на север, к одному обрыву, чтобы посмотреть, нету там вдали оранжевых или каких-то светящих объектов. Но часто они бывают в этих местах. И мы сейчас попытаемся дойти до обрыва и заснять что-то интересное. Но пока что интересного мало, что, ну, кроме красивых моментов. Но мы пока движемся, снимаем все подряд.
падает вечно что-то на голову. И походу снег начинается. Ну, не знаю. Опа-на. Кто-то здесь до нас уже был. Интересно, видите, друзья? Кто-то здесь уже находился. Да, здесь уже снега чуть побольше и чуть поопаснее. Но посмотрим, что здесь интересного. Так. Опа-на. Опа-на. А вот кто здесь. Да, здесь какой-то точно не пришелец. А кто-то здесь находился. Почему-то здесь все засыпано. Очень интересно. Хотел сюда посмотреть. Да, вид, конечно, интересный. Но нам надо взять интервью у этого инопланетянина, да? Ну что, дашь интервью или нет? Походу контуженный. Ну ладно, я шучу, конечно. Фу, бля. Так, двигаемся дальше. Вот, друзья, ущелье. Кстати, сейчас вообще нереально в нее спуститься, потому что это называется горка смерти точно будет. Но в последнее время, кстати, можно было спуститься, но ты рискуешь своей жизнью. Но наше путешествие заключается в том, чтобы показать это все. С чего мы начинали, с чего заканчивали. Конечно, есть множество вопросов, которые, ну, тяжело вообще говорить о том, что происходило с нами. Я ломал ногу, за нами гонялись военные. Знаете, что самое интересное? Как ты ни крути, но тебя это тянет прям снимать все. Конечно, я понимаю, что мы рискуем. Есть... Вот и проблемы, которые я сильно болел вот недавно, очень сильно, почти неделю, вирус какой-то, думал, помру, блин. Но знаете, что самое интересное? Ведь ты, когда пытаешься встать с кровати и сказать, все, я сейчас соберусь и буду снимать, да, много интересных видеосюжетов мы снимаем, конечно, про объекты НЛО это в первую очередь. Но вот, что на самом деле страшно, да. Мы сталкивались с разными объектами. И дискообразными, и круглыми, и шарообразными. Какими мы не сталкивались. И нас вечно интересовало только одно. Реальность их на этой земле. Конечно, ответов будет мало. Но, знаете, когда ты не ученый, а вот просто... блогер, пытаешься открыть тайну всем другим людям, ты иногда становишься, скорее всего, ученым, потому что у тебя постоянно какие-то новые идеи, события, ты пытаешься открыть эту тайну. Конечно, люди, которые сталкиваются вот с такими уникальными событиями, они просто-напросто... Ты врешь, ты обманываешь и так далее, ради хайпа. Вы знаете что, друзья? Какого ты момента хайпуешь, с такого ты момента и закончишь свое хайповские события. Но почему все это, вы спросите меня? Да потому что есть у нас хейтеры, которые не любят правдивые видеосюжеты, часто удивлены и говорят только одно, что это фигня, это неправда. И ты пытаешься и выйти с этой ситуации, чтобы тебе было интересно показать. Да, есть тайные бункера в этих местах. Я не знаю, скорее всего, может, даже и Путина где-то, если мы дойдем до этого места. Есть, скорее всего, здесь завод по этим технологиям. Здесь все есть. Просто-напросто надо подсознание хотя бы чуть-чуть понимать прекрасно и верить все, что здесь происходит. Ведь если ты верить не будешь, ну, как вы думаете, что здесь может быть? Ведь вы верите в свои силы? Верите. Верите, что вы почините там машину, или там телефон, или что-то еще, или вылечитесь? Верите. То же самое здесь.
Главное, друзья, подсознание. Но, а все это подсознание нашего прекрасного мира. Думайте сами, правда это или нет. Или вы думаете, мы живем там где-то в матрице. А может и нет. Просто удивительные вопросы останутся удивлены во всем. Я понимаю, что наше путешествие, знаете, не из легких. Просто так взять и поехать, но, поверьте моим словам, не каждый может. Но и не каждый может увидеть такие красивые пейзажи, как здесь. Эти горы, они просто заманивают. И ты постоянно будешь приходить сюда и везде. Удивлены только те люди, которые первый раз попадаются на это место. Второй раз энергия, третий заряд. И ты всегда будешь здесь, в таком необычном мире.